Представители тропической фауны на сельском подворье в Туркестанской области начали разводить павлинов. Их в регион завез житель села Дербисек Рахман Вердеусербаев. Несмотря на разницу в климате, экзотические птицы освоились довольно быстро. В этом убедился мой коллега Рауль Габитов. На ферме у Рахманберды Усербаева словно в зоопарке. Встретить здесь можно самых разных птиц. От привычных глазу кур и гусей до фазанов, куропаток и голубей. Я с детства занимаюсь птицеводством. Начинал с разведения голубей. Постепенно ферма разрасталась. Птицеводство – мое хобби. Никакую прибыль я с этого не получаю. Иногда экспериментирую. Например, купил несколько золотых фазанов. Часть отпустил на волю, чтобы они скрещивались с местными фазанами и увеличивали свою популяцию. Главное же украшение птицефермы – павлины. Птицевод признается, начал все с обычного любопытства. Сначала привез два павлина. Со временем их поголовье выросло до 40. Изящная птица непривередлива и быстро адаптировалась к местному климату. Особого ухода павлины не требуют. Все равно, что ухаживать за курами. Зато радуют глаз. Ко мне постоянно приходят гости, чтобы посмотреть на моих питомцев. У меня много разных птиц. В будущем хочу привести пару лебедей. В планах у Рахманберды Усербаева расширить хозяйство и помимо птицеводства начать разводить рыб. Для этого он намерен построить рыбную ферму. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хабар 24, Туркестанская область.